Матч на первенство страны по футболу между московскими командами «Спартак» и «ЦСКА» проходил в сложных метеорологических условиях. Однако непогода не смогла помешать наступательному порыву спартаковцев. Ведь для них матч имел решающее значение. В случае победы они становились чемпионами Советского Союза. На протяжении длительного времени футболисты «Спартака» прочно удерживают территориальное преимущество. Армейцам никак не удается перехватить инициативу. Идет 56-я минута встречи. Мячом завладевают спартаковцы. Гол! Этот единственный в решающем матче гол был поистине золотым. Он принес команде московского «Спартака» победу и звание чемпиона Советского Союза по футболу 1969 года.